Привет, я Александр Амулко, бизнесмен, владелец двух успешных компаний и партнер проекта «Игра». Скажи, в твоем портмоне есть банковские карты? Дебетовые, кредитные? Ты хотя бы раз в жизни брал кредит, делал рефинансирование банку? Страховал машину по полису ОСАГО или КАСКО? Я думаю, что ответ очевиден. А знаешь ли ты, что банки платят комиссионное вознаграждение за каждую выданную карту? Да, именно так. В зависимости от продукта, банк платит от 200 рублей до 4500 рублей. И эти деньги получают либо банковские агенты, либо сайты-агрегаторы, например, сравни.ру. Банки последние годы миллиарды рублей закачивали в рекламу и интернет-трафик. И в последнее время это им не окупается. Банковские аналитики прогнозируют, что до конца 2025 года банки выпустят 280 миллионов банковских карт. Почему? Все просто. Весь бизнес уходит в онлайн, уходит в интернет. И для любой операции в сети интернет требуется банковская карта. И за этот рынок сейчас между банками началась жестокая конкуренция. Проведя несложные подсчеты, мы понимаем, что среднее комиссионное вознаграждение за одну карту составляет 1000 рублей. Таким образом, до конца 2025 года банки в это инвестируют 280 миллиардов рублей. И теперь у нас, у простых людей, есть шанс поучаствовать в разделе этого большого и вкусного пирога. Сейчас стартовал проект онлайн-платформа «Игра», благодаря которой мы с вами можем зарабатывать на комиссии от банков за выдачу карт. Бизнес с нулевой инвестицией. Вкладывать ничего не надо. Как все это работает? Ты регистрируешься по реферальной ссылке партнера в приложении «Игра». Выбираешь карту банка, в котором ты не являешься клиентом. То есть ты выбираешь продукт, которым ты будешь пользоваться, продукт, который тебе нужен. После этого у тебя появляется реферальная ссылка, и ты можешь приглашать в проект своих друзей, знакомых, родственников. Причем ты получишь комиссионное вознаграждение не только за тех людей, которых пригласил ты, но и за людей, которых пригласили твои люди. Твой доход ничем не ограничен. Готов начать? Давай вместе сыграем в карты.